Рихард Зорге, родившись в немецкой семье в Баку. Затем он переехал в Германию, но вот эта связь с советским Азербайджаном, Советским Союзом для него всегда оставалась чрезвычайно важной. Затем он работал в Китае и, конечно же, в Японии. И этот человек совершил один из самых крупных подвигов в истории Советского Союза. Он погиб в японской тюрьме, когда он и его группа были раскрыты. Книга про Рихарда Зорге в серии «Жизнь замечательных людей» – это одна из лучших книг, на мой взгляд, которые когда-либо были написаны. Это пример героя, на котором нужно воспитывать и сегодняшние поколения людей, и военных, и гражданских. Всегда было очевидно, что Рихард Зорге – наш герой, герой Советского Союза, герой для любого человека, сформированного в советских условиях. Зорге положил свою жизнь на службу великой идеи, великой советской идеи и идеи антифашизма. В Баку стоит памятник Рихарду Зорге. Я была у этого памятника. Это было одним из первых поездок, которые я сделала в городе Баку. И это, конечно, обязательная точка в посещении Азербайджана и Баку.